Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем финальный эфир 7-й онлайн-выставки по странам Арабского Востока ОТМ Arabian Countries. Меня зовут Маргарита, и я ведущая этой выставки. Спасибо, что присоединились сегодня. Давайте проверим связь. Пожалуйста, отправьте плюсики в чат, если меня хорошо видно и слышно. Супер, спасибо огромное. Я вижу ваши реакции, и мы можем начинать. Сегодня во время эфира мы вспомним самые яркие моменты выставки и проведем финальное тестирование на знание актуального турпродукта арабских стран. Надеюсь, что вы успели за эти 2 недели изучить стенды экспонентов, посмотреть онлайн-презентации, скачать каталоги и полностью готовы к тестированию, потому что, напоминаю, что оно может кардинально изменить ситуацию в рейтинге, так как за тестирование вы можете заработать целых 1000 баллов лоялти. Будет 10 вопросов и по 100 баллов лоялти за каждый правильный ответ. После этого тестирования мы среди лидеров рейтинга выставки и также тех, кто отстает от лидера на 400 баллов лоялти, разыграем главные призы с помощью генератора случайных чисел. Но сначала предлагаю вспомнить, что интересного произошло за эти 2 недели и подвести итоги. Итак, на онлайн-площадке, где собралась аудитория практически 1500 профессионалов туриндустрии, прошло более 40 часов онлайн-презентаций. И это первое и долгожданное, первое за 2 года масштабная онлайн-выставка, которая посвящена странам Арабского Востока. Мы знаем, что вы ее очень ждали, просили в прошлом году, и мы также, как и вы, рады, что она наконец состоялась. В выставке приняли участие более 40 экспонентов, которые, напоминаю, провели 40 часов онлайн-презентаций. Это брендовые отели, известные курорты, национальные туристические офисы Эмиратов и Саудовской Аравии, популярные авиакомпании, туроператоры и принимающие компании Эмиратов, опять же, Иордании и Катара. Партнерами выставки выступили Всемирная выставка Экспо-2020 Дубай, которая пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, и также Russian Emirates Media Group. В рамках мероприятия представители выставки Экспо провели 2-часовую онлайн-презентацию, которая позволила слушателям погрузиться в возможности этой выставки, узнать о ее концепции, о тематических неделях, павильонах, посвященных странам, гастрономических возможностях, развлечениях и, конечно же, стоимости билетов. Также в рамках ОТМ Arabian Countries состоялась насыщенная деловая программа. Начнем, конечно, с эфира торжественного открытия, который прошел 2 августа. На нем главный редактор портала Profit Travel Артем Чумак узнал представителей Дубая, Абу-Даби, Шарджи, Сальхаймы, Алюлы, Катара и Бахрейна, какие правила въезда действуют сейчас на направлениях и когда закрытые страны смогут открыться для гостей из России и стран СНГ. А 6 августа, минутку, а 6 августа состоялся эфир с Дмитрием Арутюновым, генеральным директором туроператора «Артур», и Сираком Мурадяном, владельцем принимающей компании «Аль-Халидия Туризм». Этот эфир также модерировал наш главный редактор Артем Чумак. Спикеры обсудили, на какие Эмираты возрос спрос больше после пандемии, также какими будут цены в Эмиратах и авиакомпаниях этой зимой, и как строить стратегию продаж в 2021, учитывая изменения в портрете туриста и новый турпродукт отелей. Отдельно предлагаю поговорить о нетворкинге на ОТМ Arabian Countries. Это уникальная система, которая позволила представителям арабского и российского туристических рынков встретиться в режиме онлайн. Благодаря ей зарегистрированные участники выставки могли найти потенциальных партнеров среди национальных туристических офисов, отелей, туроператоров, принимающих авиакомпаний стран Арабского Востока, обменяться с ними визитками и назначить видеовстречи, чтобы обсудить детали сотрудничества. Также я хочу отметить, что команда нетворкинга ежедневно трудится и улучшает функционал выставки. Мы учитываем опыт пользователей,
непрестанно собираем ваши отзывы и прислушиваемся к каждому позитивному и негативному комментарию. Делаем выводы и ищем пути решения проблем. Иногда они лежат на поверхности, но иногда требуют, конечно же, времени и внимания. Мы всегда открыты к диалогу с вами, потому что нетворкинг — это масштабный проект, который является живым для нас с вами, который мы создаем все вместе в режиме онлайн, так сказать. И здесь я хочу напомнить вам о том, что для нас всегда работает чат на сайте выставки в правом нижнем углу, где вы можете задать вопросы, тем самым решая свои проблемы и оставаясь с нами, командой нетворкинга, на одной волне. Итак, хочу сказать, что до 20 августа включительно у вас еще есть возможность расширить свой список контактов с представителями турбизнеса Арабского Востока, потому что функция обмена визитками остается доступной. И не забудьте сохранить обязательно визитки на своих устройствах, которыми вы успешно обменялись с нужными людьми, потому что после 20 августа, к сожалению, визитки останутся недоступными, и чтобы они сохранились у вас, обязательно нужно об этом позаботиться заранее. Также напоминаю, что если вы были с нами на 10 онлайн-презентациях и более в режиме онлайн, то уже сегодня вы получите заслуженный диплом эксперта по Арабскому Востоку. Он появится в вашем личном кабинете на портале Profitable, после чего вы сможете его распечатать и повесить, допустим, в рабочем кабинете. Мы думаем, что диплом покажет вашим клиентам, что они обратились к самому крутому специалисту по странам Арабского Востока. Итак, переходим к самой приятной части финального эфира, к призам, которые предоставили наши экспоненты. Сегодня будут разыграны 3 ночи в Aloft Palm Jumeirah 4 звезды и 6 ночей в Fujairah Rattana Resort & Spa 5 звезд с завтраками для двоих. Сертификат на отдых в отеле Grand Cosmopolitan Dubai. 3 ночи Sheraton Jumeirah Beach Resort 5 звезд и 3 ночи в Beach Rattana отель Abu Dhabi 5 звезд с завтраками для двоих. Что ж, пришло время узнать, насколько хорошо вы изучили турпродукт стран Арабского Востока и перейти к финальному тестированию. Напоминаю правила. 10 вопросов по темам прошедшей выставки. 100 баллов за каждый верный ответ. 1000 баллов максимум и 20 минут на выполнение теста. Мы засечем время. И по течению 20 минут тестирование будет закрыто. Тут хочу напомнить, что вам обязательно нужно успеть отправить свои ответы до того, как истекут 20 минут. Потому что если вы это сделаете хотя бы на секундочку позже, то, к сожалению, система не засчитает результаты тестирования, и исправить это мы уже никак не сможем. Поэтому даже если вы не успеваете ответить на все вопросы, но при этом ответили на большинство, лучше отправьте ответы, пока не истекли 20 минут, чтобы получить хотя бы 900, 800 и не баллов, и ваши труды не пропали зря. Напоминаю, призы будут разыгрываться среди лидеров рейтинга выставки и тех, кто отстает от лидера максимум на 400 баллов. Такие участники отмечены в рейтинге выставка звездочкой. Итак, одну минутку дайте. Отлично. Я отправляю в чат ссылку на финальное тестирование. Оно уже открыто, доступно для прохождения. И сейчас же закрепляю ее наверху. Сейчас я засекаю при вас 20 минут. И время пошло. Удачи вам и всем сил!
Посетите величайшее мероприятие в истории, объединившее страны со всего мира. Познакомьтесь с самыми прогрессивными идеями. Взгляните на устройство, извлекающее воду из воздуха, на генерирующий солнечную энергию бетон и на самый чувствительный радиотелескоп. Полюбуйтесь самой вдохновляющей архитектурой мира. Посмотрите на сооружения, вырабатывающие электричество, на изменяющие форму пространства и на здания, отправляющие послания в космос. Посетите масштабные развлекательные мероприятия с участием местных и мировых звезд. Побывайте на концертах и красочных парадах. Проникнитесь вдохновляющей силой искусства. Попробуйте экзотические блюда и станьте свидетелем того, как 190 стран и культур объединятся на одной площадке. Создайте новый мир с нами. Экспо 2020 в Дубае. ОАЭ с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Узнайте больше на сайте expo2020dubai.com.
Welcome to Grand Cosmopolitan Hotel. Коллеги, до конца тестирования 9 минут, и я хотела вас попросить, если вы уже справились с тестированием, то хочу вас попросить пройти небольшой опрос, который поможет нам сделать выставки лучше. Я закину ссылку на него в чат. Одну минутку. Ссылка на опрос в чат, и я вас заранее благодарю за его прохождение. Thank you.
Коллеги, сориентирую, что осталось 5 минут до конца тестирования, и очень прошу вас еще разок, успейте, пожалуйста, отправить результат, даже если вы не успеваете ответить там на последние пару вопросов, лучше отправьте то, что есть, чтобы система засчитала ваши труды и ваши ответы.
Коллеги, время вышло. Прямо сейчас я закрываю тестирование. Готово. Надеюсь, все прошло хорошо и вам удалось справиться с вопросами. А сейчас... Одну минутку. Так как я видела, что и зрители, и пользователи переживают по поводу того, что рейтинг не обновляется так быстро, как хотелось бы, и так как наш розыгрыш зависит именно от рейтинга, я предлагаю подождать буквально 2-3 минутки, чтобы дать сайту время на подгрузку результатов, чтобы розыгрыш был максимально честным. Надеюсь, вы со мной согласны. И пока идут эти пару минут, я включу видео снова. Коллеги, пока идет видео, идет наше время на то, чтобы рейтинг обновился, я закидываю в чат правильные ответы на тестирование, чтобы вам удалось себя проверить. Друзья, я вижу, что рейтинг по-прежнему не обновился. Продолжаю обновлять страницу. И как только это произойдет, мы обязательно продолжим и разыграем главные призы от TM Arabian Countries.
Коллеги, я вижу, что сайт выставки до сих пор не обновился. Также я вижу ваши вопросы в чатах. Нет, призы еще не разыграны. Напишите, пожалуйста, обновился ли у вас рейтинг, чтобы мы немножко отражали ситуацию, поняли, где проблема. У тех, у кого обновился, напишите, пожалуйста, какое максимальное количество баллов сейчас у лидера в рейтинге. Да, согласна, 5510 баллов было у лидера рейтинга до тестирования, и сейчас по-прежнему 5500 баллов. Поэтому до сих пор ждем обновления рейтинга, и наша команда выставки уже работает над решением проблемы и ищет ее. Я пока запускаю видео экспонентов и по-прежнему остаюсь на связи в чате и скоро вернусь к вам.
коллеги, я снова на связи. К сожалению, рейтинг так и не обновился. Кажется, команда нашла, в чем проблема. Не факт, что получится ее оперативно решить. Сейчас мы принимаем решение о переносе розыгрыша. Буквально через пару минут вернусь к вам с ответом. Не теряйте, пожалуйста, призы еще не разыграны. Вижу вопросы в чате. Коллеги, я снова с вами на связи, получила ответ от техподдержки. К сожалению, ситуацию с рейтингом решить прямо сейчас оперативно не получится. Рейтинг действительно не обновляется. Вероятнее всего, это произойдет где-то либо сегодня, либо в понедельник, вторник, на следующей неделе. Баллы обязательно всем начислим. Мы уверены, что система все зафиксировала. Уже на следующей неделе мы после обновления рейтинга обязательно проведем розыгрыш, запишем его на видео, видеозапись экрана, как это делаем на спецпроектах, и выпустим новость с розыгрышем, выпустим обязательно рассылку с розыгрышем и поздравим победителей, свяжемся с ними и обязательно все решим. Я приношу извинения за такую ситуацию. К сожалению, форс-мажор, непредвиденное обстоятельство, и я благодарю вас за понимание и за то, что поддерживаете нас в чатике. Все вижу, это очень приятно. Вот. Предлагаю все равно подвести немножечко итогов эфира и подвести немножечко итогов выставки. Что нас ждет дальше? Во-первых, я напоминаю, что до 20 августа будет доступна функция обмена визитками в системе нетворкинга. Вы можете перейти в систему, обменяться визитками, посмотреть, кто еще заинтересовал вас среди потенциальных партнеров и сохранить их прямые контакты у себя навсегда. И больше никогда их не терять, если будут такие рабочие ситуации.
Напоминаю, что обязательно нужно сохранить визитки у себя на компьютере. Для этого есть специальное, ну или на устройстве, на котором вам удобно. Для этого есть специальная кнопочка в системе нетворкинга в вашем личном кабинете. Перейдите на вкладку «Сохраненные визитки», там будет возможность выгрузить все сохраненные визитки в таблицу. Вот. Во-вторых, на сайте OTM Arabian Countries еще можно смотреть стенды, скачивать каталоги, смотреть архивные вебинары, если вы вдруг пропустили их, потому что это очень много полезной информации, актуальной информации, которую предоставляют нам наши экспоненты. То есть это самая свежая, самая актуальная, верная, ну, правильная, достоверная информация, которую вы можете изучить, которую вы можете сохранить у себя. Она всегда будет под рукой, потому что сайт выставки у вас под рукой на ваших девайсах. И это очень удобно, надеюсь, что вам это пригодится и поможет в продажах в будущем сезоне, поможет в работе. Также до все того же 20 августа на сайте OTM Arabian Countries открыта секретка Profi Travel, которую наша редакция разработала совместно с туроператорами TUI, Annex Tour, Space Travel и Art Tour. Ссылка на этот материал находится после призового фонда. Не теряйте ее, к сожалению, нет в верхнем меню, однако до нее можно долистать. Пролистывайте призы, и сразу же секретка. Она доступна только зарегистрированным пользователям, но, однако, регистрация открыта до 20 августа. Поэтому, как только перейдете, зарегистрируйтесь, перейдете по этой ссылке, сохраняйте ее у себя, чтобы также не потерять этот материал, потому что это очень полезный, отличный гид по новым и реновированным отелям в Эмиратах, который обязательно пригодится вам для работы в этом сезоне. Там информация прекрасно структурирована, разложена по полочкам, собрана из первых рук, и редакция очень старалась, чтобы сделать вашу работу чуточку легче и приятнее. И анонсирую, что на следующей неделе откроется регистрация на онлайн-выставку, посвященную внутреннему туризму. Это «Знай наши», «Зима 21-22». А с выставками онлайн Travel Mart мы прощаемся тоже совсем ненадолго. С 11 октября пройдет онлайн-выставка «OTM Зима 21-22». И я желаю вам успешных продаж, удачного сезона, легкого настроя и, конечно же, сил. Еще раз большое спасибо, что сегодня были с нами, всю выставку были с нами. Спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо, что изучаете этот турпродукт вместе с нами. Мы видим вашу обратную связь. Мы испытываем большую благодарность и теплые чувства, когда вы пишете нам, что наши онлайн-выставки, онлайн-академии вам полезны. И прощаюсь с вами. Еще раз спасибо за выставку и до скорой встречи на Profi Travel. Спасибо за участие.